А сейчас мы рассмотрим стандартную ситуацию в Китае. Утро. Подходит человек и заказывает лапшу. Ни хао. Ни хао. Хэй. И фэн ма? Хэй. Ребят, всем привет! Так как мы недавно приехали из Китая, у нас появилась безумная идея приготовить китайскую лапшу в российских условиях. У нас есть все необходимые продукты, которые мы нашли здесь, в России. Для этого нужно масло растительное, можно соевое взять, яйцо, имбирь потертый, чеснок, тоже мелко потертый, листья салата, усилитель вкуса обязательно, как без этого в Китае. И острое, кто любит острое. Кстати, вот это острое приправа было привезено из Китая. Перец красный вместе с чесноком, кстати, здесь. Соевый соус обязательно и зеленый лук. Ну и обязательно нужна рисовая лапша. Ее нужно не запаривать в кипятке, ее нужно отмочить в холодной воде. Буквально немного, чтобы она была чуть-чуть мягкая. И с собой мы привезли вот такой вот казан. Казан чугунный. Из Китая, из Гуанчжоу был привезен. Вот такая лопатка обязательно, длинная ручка. Потому что блюдо готовится на большом огне, и чтобы не обжечься, чтобы было удобно мешать. Ну, мы с вами подкидывать лапшу не будем, потому что мы не умеем, так как они. Кстати, эта лапша очень популярная на юге Китая. Ее жарят всегда утром. Это прям такой завтрак полноценный. Люди, видимо, китайцы иногда просят себя остренького, чтобы, видимо, проснуться. И была привезена вот такая вот еще метелочка. Это смахивать остатки пищи с казана, чтобы приготовить второе блюдо. Я думаю, что приступим. Все у нас подготовлено. Начинаем. Газ я уже включил. Горелка шикарная. Просто одним щелчком загорается. Наливаем масло. Накаляем масло. Масло не жалеем, льем. Нормально. Чтобы пожирнее было. Накаляем масло. Первое у нас идет яйцо. Обязательно ведро, чтобы мусор кидать себе. Полотенце для удобства. Обжариваем яйцо до приготовления. Вот такими движениями. Обжариваем яйцо. Можно газ маленько убавить. Дальше добавляем имбирь. Немного имбиря. Чеснока. Острого перца, но так как у нас будет пробовать дети, мы не будем добавлять острый перец сейчас. И сюда добавляем самый главный продукт, это лапша. Обязательно на большом огне надо готовить. Дальше добавляем немного усилителя вкуса. Сразу листья салата добавляем, буквально немного, щепотку. Добавляем соевый соус. Okay.
В конце добавляем зеленый лук. Все это дело выкладываем на тарелку. Все готово. И такое блюдо буквально готовится за 2 минуты. Остатки пищи смахиваем вот такой штучкой специальной в ведро. Все, у нас снова чисто посуда, мы можем жарить новую порцию. И первый, на ком мы попробуем, это на детях. Пробуй, пожалуйста. Как? Очень вкусно. Честно? Жареная лапшичка. Похоже на китайскую? Да, чуть-чуть. Очень вкусно. Похоже на китайскую. Похоже, честно? Угу. Да, похоже. Мне похоже. Идите, дедушки, дайте попробовать. Окей. Одеты у нас не одеты. Давай. Пробуй. Я-то не умею уже. У меня это не получается как следует. Да, пробуй. Да, я тебя. Корми помогу. Дедушку. Да сама пробуй. Она попробуй попробовала. Сама. Ты попробовала? Ну, можно кушать, да. Вкусно? Нет, вкусно. Кушай, дедушка. Угу. Вот такая у нас получилась китайская лапша. Всем понравилось. Результат превзошел ожидания. Я думаю, что мы и дальше будем практиковать такую лапшу у нас здесь на даче. Но я надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока!